В Актобе начался отбор участников национальных молодежных дельфийских игр. В этом году творческий конкурс пройдет к 20-летию независимости Казахстана. В областной центр съехались около 400 участников. Это дети и молодежь в возрасте от 10 до 21 года. Проявить себя можно в рамках 11 номинаций. Это сольные выступления, игра на различных инструментах, изобразительное творчество. В музыкальном колледже имени Жубанова ведут отбор исполнителей академического и народного пения. Желающих испытать себя очень много, поэтому конкурсный день рассчитан на 2 суток. Прошлый год, например, учащийся нашего колледжа Абикенов Инават стала лауреатом республиканского конкурса и стала гран-при завоевала и поехала на международный конкурс. Естественно, для нас большой. Это результат нашей работы, всего нашего колледжа.